спасибо еще. 25 лет это. Я, во-первых, приветствую вас все, дорогие мои. Очень рад вас видеть. 25 лет это ничто в сравнении с историческим временем. Это даже не пылинка. Ангстрем. А 25 лет для человеческой жизни это больше, чем четверть жизни. До 100 лет редко кто доживает. 25 четверть от 100. Это больше, чем четверть жизни человечества. И это большое время прошло с того момента, когда мы вышли из Афганистана. Успели вырасти внуки, не говоря уже о детях. Срочникам, солдатам, которые были в Афганистане, по полтиннику уже, что говорить об офицерах и прапорщиках. Спасибо, что вы здесь, спасибо, что вы живые, что вы встречаетесь друг с другом. Я это знаю хорошо. И, конечно, мы помним тех, кто остался там за речкой. Я сейчас об этом спел и хочу спеть еще одну песню, которая живо напомнит о тех годах. Не привыкнуть никак к тишине. На войне, на войне, на войне. Тишина — это только обман, лишь обман. По тропе крутой, по земле чужой. Мы уходим на караван, караван. Это радость побед и потери боль, караван. Жду я встречи с тобой, караван. Убивать шурми им велит Коран. Караван, караван, караван. Не привыкнуть гражданке никак. Там все ясно, там друг есть и враг. А здесь же души людей тяжело разглядеть сквозь туман. Жалко нет его, друга одного. Навсегда, навсегда его взял караван, караван. Это фляга воды, без которой смерть. Караван, это значит суметь. Караван разовеет от крови Афганистан. Караван, караван, караван. Не привыкнуть к тому, что совсем мне не тянет плечо АКМ. Что в кустах придорожных нет мин, здесь нет духовских ван. Только где-то там, по моим следам, кто-то снова берет караван. Караван — это сотни снарядов, не легших цель. Караван — это соль на лице. Караван, третий тост, помолчим. Кто пропал, кто пан? Караван, 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 караван. Третий тост, помолчим. Кто пропал, кто пан? Караван. Караван, караван.
Спасибо.